Если ты не хочешь, чтобы Гринч украл у тебя все подарки на Новый год, то ты сейчас обязательно должен поставить за 3 секунды лайк и обязательно подписаться на канал. И я считаю, раз, два, давай скорее, три. Красавчики, кто успел, теперь можете не беспокоиться, ваши подарки будут целыми. Всем привет, ребята, с вами я, Коля, и сегодня я стал дедом. Да, ребята, я сегодня стал грэндпа, а сами знаете, я думаю, зачем? Правильно, ребята, сегодня мы будем с вами троллить и обманывать бабку Гренни, ага. Вы понимаете, она в последнее время что-то как-то снова притихла. Ну вот вообще, вот в преддверии Нового года, вроде как, казалось бы, бабка должна там ходить, троллить там, но нет, тишина, просто тишина. Она либо заболела, либо что-то случилось, поэтому я сегодня стал дедом, и мы пойдем все это разузнаем, пойдем все это спросим. Ну а вы, ребята, сейчас обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, и если вам нравится троллинг бабки Гренни. Да-да, ребята, если вам нравится это все, то обязательно сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а мы с вами пойдемте, уже заходим. Бабушка! Не поняла. Так это и не что понял, такое? Что это за ремонт тут? Я что-то не поняла. А это ты что-то тут делаешь? Ты ж к Михалычу на 3 дня на рыбалку ехал. Так, сейчас, погоди секунду. Ребята, что делать-то? Какая рыбалка? Нет. Сейчас, что-то придумать, что-то. Да. Что-то не поняла, я тебе спрашиваю, что бабка, отпрашиваюсь у тебя на 3 дня к Михалычу на рыбалку, поедем на какое-то озеро. Сколько прошло? Один день. Правильно, мы доехали, закинули удочку, так. Там написано на озере, рыбалка запрещена. Ты представляешь, все озера закрыли. Запрещено. Ну типа будет какой-то и частный пруд. И что, дальше мы поехали? Зачем домой-то вернулся? Так а че, Михалыч плюнул, сказал, да тьфу, пойдем лучше грибы собирать. То есть завтра идем на грибы. Так, хорошо, ну ладно. Хорошо, ну вот, а ну что? Вот, да. А я тут, пока думала, тебя нету 3 дня, ремонт тут затеяла немножко. Ух, сейчас я этим ремонтником-то. Так, не надо трогать ремонтников, они по моей вообще-то просьбе. А что они сверлят там? Вообще-то у нас там разрушилась одна комната, одна стена у меня рухнула. Мне надо что ее сделать, тебя нету, я сама не собираюсь делать, поэтому вызвала, так сказать, ремонтников. Ты глянь, смотри, тут рушится. Так, я тебя сейчас порушу, слышишь? Да ладно, бабка, успокойся. В общем, смотри, такая в общем движуха. Смотри. Бабка, мне тут пенсию дали. Мне что вообще, позвонили-то еще? Ну, как бы я еще почему согласился? В общем, звонит мне из пенсионного фонда и говорят, а вот так. Вам, дедушка, за многолетие вашей жизни хорошей пенсии. Это что такое? А мне почему не дали за многолетие? Потому что, я уточнил, скажу, а мои бабуськи-то где? Бабуськи мои пенсию. Они сказали, да твои Гренни только... Ну, я не буду говорить, что они сказали. Вот. То есть мне будет надо разобраться в пенсионных фондах? В общем, сказали, палкой по одному месту тебе надо, да, в общем, и все. Ну поехала я в пенсионный фонд. Не, бабуль, ну тут столько денег дали, бабка, тут столько денег, там сколько, двоих хватит. Сколько, покажи. Да куча денег, смотри. Покажи. Да куча денег, ты глянь, пачками деньги дали, пачками, вот, понимаешь? Да где деньги, а почему они не берутся? 43! Да тут еще куча, вон, 43 смотри. 43 деньгов? Что-то это не маленькая какая-то. Ты куча. Смотри. Да хоть раскидывай троподом-то. Давай кидай в одну сторону. О, вот это уже много. Ну я тебе говорю, денег тьма. Тьма денег. Да. Ну вот. Угу. Но это еще не все, еще все поднесут. В общем, давай, бабка, заниматься делами, пока я еще на грибалку не ушел. В общем, давай строить что-то. Строить. Да, вкладывай деньги. А, да. Отсюда. Ну давай мне стену построим еще. Сейчас я подожди. Сейчас я приду, бабушка. Сейчас я тут высморкаю. Сейчас. Ребята, чтобы вы понимали, эти деньги от бабки. Да, чтобы вы понимали, ребята, эти деньги я взял у бабки. Я просто знаю, где у нее тайник. И это все ее деньги. Там куча денег, ребята, поэтому мы, естественно, взяли именно ее деньги, и сейчас будем ее деньги тратить. Иду! А потом ее обманем. Эй, ты, попей! Да, иду. Какую стену ты хочешь? Какой ты куда попёрся? Да ты какую стену ты хочешь? Куда ты хочешь эти мани-то потратить? Ну смотри, можно построить красивый гараж. Гараж! На красивой тачке. Да мы машину-то новой купим. Ох ты ж, ёперный театр. Это где ты гараж, что хочешь себе построить? Можно расширить наш дом. Не надо дом трогать. Не надо трогать дом. Можно, я сказала. Можно вообще убрать эти все стены. Вот эти все стены убрать. Хочешь, я тебя сейчас уберу? Вот, и сделай здесь... Ну все, здесь... дед, пойду сама твои деньги потрачу, все. Да нет, бабка, а ты на что? Значит, ты такой бестолковый. Да, бабка, да стой, давай вместе что-то тратить, ну. Давай вместе что-то тратить, тогда дом не трогай. Хорошо, я просто думаю расширить его. Бестолковщина какая, да не надо нам дом расширять, господи. Да, давай, проблемы, предлагай, денег, давай. Денег взял, блин, и не знаешь теперь, что с ними сделать, что ли? Ну все, пошли делать, пошли.
Так, гараж тебе. Какой гараж-то? Где ты его собирался делать? Ну, вот тут вот где-нибудь, вот тут вот огромный, красивый. Слушай, гараж. Тебе гараж, значит, а мне что? Ну, тебе платье. Какое платье? Я не хочу дорогое платье. Дорогое платье. Я хочу сапоги. Ну, платье и сапоги. О, царицы вот, морей, да. Вот это, дед, это шикарно. Ты у меня, дед, и платье, ну, и сапоги, я тебе говорю, говоришь, купишь. Да. О, вот это ты щедрый, конечно. Конечно, слушай. Так и денег тьма, я же говорю, ради денег такого столько. Дела я даже тебе помогу построить. Давай, что-нибудь. Давай золотой, да. Гараж делаем, золотой. Золотой, господи, ты сколько денег-то ты истратишь на этот золотой гараж? Зато все будут знать, у деда золотой гараж. У деда-то золотой, лучше бы зуб золотой вставил, чем гараж. Слушай, бабка, сейчас позвоню, сейчас. Ой, зачем, по-по-по-по-по, напомнила-то, да подожди. А то вдруг мне на платье не хватит. Алло, это зубной? Да, а сколько стоит золотой зуб? Сколько? Ешь ты ж. 36 таков денег? Ого, ой, я согласен, бронируйте, сейчас переведу. В смысле ты согласен? Ты что, меня бабка забронировал. Без платья оставишь? Да нет, бабка, хватит. А у тебя что, много так денег? Да нормально. Там это. Такая пенсия огромная, что ли, была? Да. Ребята, слушай, а мне там было, ничего не полагается. Там было два сундука денег. Не, тебе только палкой сказали, палкой. Так, палкой, ну и ничего, я схожу, разберусь. Вот да, вместе фон... потом сходим, давай сначала фон... потратим. Фон, да, давай, конечно. Да, вот, да. Золотой гараж тебе почти готов, так сказать. Так и тебе тоже гараж-то, ты же тоже будешь свою машину сюда ставить. А ты мне машину купишь, что ли? Конечно. Я уже заказал, мне и тебе. Да вот это ты прям, я, слушай, аттракцион невиданной щедрости какой-то, слушай. Ну я же тебе говорю, я же заботливый. Ой, дед, человек, ты что, конечно, ты прям, конечно. Вообще, а? Это как это так-то, а? Это ну прям, вот так. Прям я даже как-то немножечко, знаешь, дед. Ну ты рада за деда-то. Да ты что, я счастлива, ты что такое ну, говоришь, вот, я просто вот, все, бабушка, давай, расставляем блоки, ну, все вот хорошо. Это вот он дает, а? Но если там что-то надумаешь себе купить, то обращайся, у меня еще деньги есть. Есть. Много денег-то? Да ну нормально. Нормально? Ну нормально. Хорошо. Бабушке тогда надо еще будет там купить это, ну что-нибудь там для себя, там для туда. А для деда? Для деда, а что, деда там немного, вот это вот гараж, там вот это вот все туда-сюда, это зуб, немного ладно ему? Зуб-то один золотой, ладно, вы все, может, чели закажу себе, а? Подожди, а сколько зуб-то стоит? Это, там, 32 стака денег. Ой, как дорого-то! Дорого-богато, бабушка! Как дорого-то стоит-то, что такое-то? 36 денег, это же сколько надо... Пенсии получить, бабушка, чтобы скопить. Ты вот это, я сейчас машины доставлю. Ты вот пока уйди лучше, хорошо? А может я пока тебе обед приготовлю? Давай. А я тебе потом машины покажу. Ага. Ой, давай. Так, ребята, это один. Что творится? Дед разбогател. Бабушка, дед тебе же нравится черный цвет? Да, очень нравится. Вот я купил очень. Две черные машины. Для тебя и для меня. Вот это красотень, наверное. Хорошо, да, можешь идти это, смотреть. Да, уже что ли достали? Да тут за деньги любой каприз, конечно, а, конечно. Иду. Вот левая моя, правая твоя. Левая моя, правая твоя. Не, левая моя, правая твоя. Левая моя, вот это левая это моя. Это моя машина, бабка. Машинка. Дай-ка порукачусь-ка. Так, ой. Бабка. Вот это красота, вот так, бабка, это мне нравится. Да стой, да эта машина не делает того, что делает правая, хочешь покажу? Какая правая, что делает правая? А правая, она кажется, что старенькая, да, так, старенькая? Подожди, сейчас я тоже ее возьму, ну-ка. Ну смотри, нет, смотри. Дай посмотрю. Давай покажу, в чем плюсы, это смотри. Это что за корыто-то? Смотри, не платит тебе житель Дани, не платит тебе, так. Да? Ты смотри. Ты подъезжаешь к его дому вот так, да, невзначай так. Вот так вот, оп. Вот так вот, оп! Это машинка-разрушалка, что ли? Да! Так, ты дом-то мой не рожь, я тебе сейчас... Да я просто показал, видишь, смотри. Вот о. Это тачка. О, ну? Что она скачет-то? Да и чё страшного, сейчас я его поставлю обратно. Ой, ну слушай, дед, я даже не знаю. Как у меня выбрать-то? Ладно, короче. Короче, хорошо, угу. Всё. Моя машина, твоя машина, всё, я рада, пойдём обедать. Да, пойдем. Пойдем, дедушка. Пойдем, обедать. Так, а ты куда на рыбалку-то дальше поедешь? Это я не знаю, бабушка. Чего? 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 Это сейчас что было-то?
На ногу кто-то наступил. Это что за... Ну ладно, пойдем обедать. Так, стоять. Это что за голос маленького хулигана был? Я не поняла. А ну-ка еще раз скажи-ка, ну-ка, дед. Открой рот. Зуб открыл. Там еще два зуба. Еще бабушка, ну... Ну, бабушка, ну... Это что такое, я спрашиваю? Ты кто такой, я тебя спрашиваю? Кто-кто, бабушка, ты знаешь, кто я. Это что это такое? Это ты бабку решил обмануть, что ли? Обманул бабку. Ну, все, ну тебе хона... Так, я пошла за Зелькой, ну все. Да подожди, бабка, не надо за Зелькой. Бабка, если ты... Бабка, я тебе это не расскажу секрет главный. Я тебе расскажу секрет. Какой секрет? Ну, деду-то пенсию, естественно, не выдали. В смысле? Подожди, а где деньги взял? Ну, помнишь, я тайник был? Ой, ладно, пошел я, в общем. Ты мои деньги украл. Но все, маленький хулиган. Ох, я тебя сейчас выпарю. Вот бабка, я сейчас возьму, ну понимаешь, после... ну деду зуб-то золотой я уже заказал и оплатил. Тебе конец, я сказала, все, текай с городу. Бабка, я все уже купил, все. Все, я сказала, тебе конец. Я иду за тобой. Заказы отменить нельзя, все, я пошел. Фух, ребята, кажется, получилось. Правда, немножечко, конечно, в конце спалились, но ничего страшного. Главное, чтобы бабка, конечно же, не обижалась. Вот, надеюсь, что она остынет, и все будет хорошо. Все, ребята, в общем, я погнал сейчас, правда, на рыбалку, как и дед. Вот, всем удачки, и вы всем пока-пока.